Отлично, ребятки. Водитель завел автомобиль и сейчас уже будет отъезжать на склад. Давай, давай. А перед просмотром этого видео обязательно подпишись на мой канал. Также рядом с подпиской есть колокольчик, нажав на который вы будете получать уведомления самыми первыми. И, конечно же, не забываем ставить лайки. Всем приветики, дорогие друзья! Вы на канале Вечное Детство, ребятки! С вами, как всегда, Юра. И сегодня мы будем играть в новую игру Погрузчик 5, ребятки. Новые уровни ждут нас. Ну что ж, ребятки, давайте, собственно, с вами посмотрим, что здесь нас ждет. Так, нажимаем на кнопку Play, давайте выключим музыку, чтобы нам не мешало. И, собственно, приступим к этому зрелищу. Так, ребятки, включаем Play Game и выбираем. Так, здесь у нас 30 уровней, ребята, но они пока что все закрыты. Они пока что все закрыты, ребятки, так что давайте, собственно, выберем первый и поедем, проедемся. Так, все, я так понял, игра пошла, да? Все, ребятки, вот это я, ага, все, вот это я еду, вот это кнопочку, наверное, надо нажать. Все, ребяточки, теперь мне нужно забрать вот этот ящик, примагнитить, отлично. Мы его вот так вот переставляем, опа, все, супер, и толкаем. Эй, подождите, а надо его, как его надо толкать? Ой, тихо, тихо. О, в этой части он у нас еще и скакает, ребята. Все, ребятки, водитель завел свою машину. Отличненько. И уехал развозить товар по складам. Так, ребятки, ну что ж, давайте возьмем следующий уровень. Ага, все, понял. Ого, куда ящик спрятался? Давайте активируем лифт. Да что ж такое? Газуй, 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 газуй. Так, отлично. Погрузчик, забирай ящик. Везем его сюда. И аккуратненько, ребяточки, берем и грузим обратно. Вот, 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 вот. Так вот. Все, ребятки, отлично. Просто супер. Так, идем дальше. Так, а что это за бочка-то? Ага. А куда нам ее надо? А как нам открыть двери? Давайте подумаем. А, давайте... Все, я понял. Давайте бочку затолкаем сюда. Все, теперь давайте назад, назад, назад. Газуем, газуем, газуем. И теперь включаем вот здесь вот эту кнопочку. Нет, ребятки, что-то не то я сделал. Что-то не то я сделал. Кажется, бочку нам надо наоборот. Давайте переиграем уровень. Смотрите. Мне кажется, что нам наоборот нужно приехать сюда. Так, подождите. Давайте ее вот так вот, вот сюда вот. Отлично. Но она все равно не достанет, ребята. Надо сделать так, чтобы бочка упала. Нет. Все-таки бочку, мне кажется, надо, ребятки, сюда. Вот, 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 отличненько. И все-таки надо что-то делать здесь. Вот. Вот так вот. Отличненько, ребятки. Все ящики автоматически погрузились сами. И мы продолжаем играть дальше. Так, друн-друн-друн. Так, что же дальше, ребята? А дальше буквально следующее. Нажимаем на эту кнопку. Открываем лифт. Едем назад. Забираем ящичек. И все, ребятки. Бросаем его в кузов.
Отличненько. Автомобиль завелся и уехал. Пока-пока. Круто, ребята, не правда ли? Ого, ребятки, посмотрите, вон какая тачка. Ого. Вот это да. Почему у меня плохо крутится магнит этот? Да что ж такое этот? Рука совсем не работает вообще абсолютно. Вот так. Да что ж ты будешь делать, а, ребята? Давайте позакидаем. Я чуть-чуть неправильно сделал, ребята. Смотрите, как нужно. Так. Едем сюда. Теперь едем сюда. Вот так вот. А только после этого забираем уже ящики оттуда. Опа. Так, первый пошел. Второй. Давай, хватайся, малыш, еще совсем немножко. Опа. Все. Отлично, ребятки. Водитель завел автомобиль и сейчас уже будет отъезжать на склад. Давай, давай. Так, ну что ж, проходим дальше. Шестой уровень, ребята. Вот так вот, наверное, делаем. Вот, отлично. Наверное, бочку надо пустить сюда. А что же она не работает-то? Отличненько, просто супер, ребятки. Так, продолжаем дальше нашу замечательную игрушку. Так, едем. Вот это что такое? А если я сюда нажму? А, нет, туда надо ящик поставить какой-то. А, не ящик, вот есть у меня бочка, смотрите. Мы ставим туда бочечку. И спускаемся на лифте сюда. Следующий, второй пошел. Отличненько. И третий ящичек последний, ребятки. Вот мы сейчас погрузим с вами. Все, отличненько. Третий ящик тоже на месте. Все, ребятки. Четыре ящика уехало. Нужно было три, но мы погрузили, ребятки, четыре. Так, ребяточки, в машину нужно погрузить и бочку, и ящик. Хорошо, поехали. Вы куда? Так, это свет, да? А, все, понял. Там свет просто на складе выключен, ребятки. Из-за этого приходится нам включать его. Погнали. Давай назад, 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 назад. Тихо, тихо, тихо. Давай, давай, давай. Отличненько. Вот как по маслу. Я люблю, когда все происходит так круто. Так, берем теперь вот этот ящик. Большой ящик нам не нужен, нам нужен только маленький.
Отлично. Вот так вот. Отличненько, дорогие друзья. Все погружено, и водитель готов уже уехать к себе на склад. Что он, в принципе, и делает. Пока-пока. Все, ребятки, отличненько. Так, ну что ж, дорогие друзья, в этом выпуске сегодня мы с вами играли в погрузчик 5 новые уровни. Подпишитесь на мой канал, если вам понравилось это видео. Смотрите мои другие видосики. Также, ребяточки, подписывайтесь на канал. Ставьте пальчики вверх и комментируйте мои видосики. Мне будет очень приятно, дорогие друзья. А по возможности на ваши комментарии я буду всем отвечать. А с вами был, как всегда, Юра, ребятки. Вы были на канале Вечное Детство. Пока-пока.